анонс 21-28 серии сериала «Красная зона». 21 серии Хлебников наотрез отказывается вести дела с поставщиком лекарств Резником, другом Заславского, из-за невыгодных условий договора. К Нане Туридзе приезжает брат, врач-ортопед Давид. В больницу привозят балерину Ксению со сломанной ногой. В 22 серии врачи настаивают на операции, но мама Ксении против. Она готовит дочку к важному показу. Поскольку нет времени искать именитого хирурга, девушку оперирует Давид. Персонал больницы начинает подозревать, что у Алабиной начался роман. В 23 серии Сергеев и Лариса с помощью Бородиной решают помешать Хлебникову провести тендер. Кирилл идет на поправку. После операции Ксения не чувствует пальцы ног. Хореограф девушки, узнав, что шансы Ксении вернуться к танцам невелики, отказывается ее навещать и уезжает. Маша получает роль в кино. 24 серии Галаева составляет отчет о состоянии врачей в красной зоне. Положение Заславского и Хлебникова оказывается под ударом. Мария догадывается, что между Алабиной и Хлебниковым что-то есть. В больницу привозят сильно избитую Наташу, бывшую девушку Кирилла. Кирилл рассказывает Инге, что Наташа попала в беду из-за наркотиков. К Хлебникову приходит судебный пристав. В 25 серии Хлебников и Кирилл успешно проводят операцию Наташи. Кирилл предупреждает отца, что пациентка связалась с бандитами. Бородина приезжает в больницу с ревизией и угрожает Хлебникову. Прокуратура из-за смены поставщика медикаментов. Хлебников в замешательстве. Он узнает, что тендер проведен в пользу родственницы Заславского. В 26 серии Давид делает Ксюше предложение стать его женой. Мария уговаривает Хлебникова переехать к ней и сыну. В больнице начинаются активные проверки. Хлебников понимает, что любые нарушения повесят на него. В город приезжает Александр Гондарь, старый друг Хлебникова. Кирилл рассказывает отцу о неприятностях Наташи, связанных с ее знакомым наркодилером Андреем. В 27 серии Хлебников узнает, что у его друга Гондаря агрессивный вид рака. В надежде ему помочь, Хлебников обращается к боевому товарищу из Сирии, чей брат – онколог, и даже к бандиту Фалину. После проверок в больнице и выявления многочисленных нарушений, Бордина и Заславский решают договориться и пойти на сделку, чтобы убрать с должности Хлебникова. В 28 серии Хлебников убеждает друга, что ему необходима операция, и договаривается о перелете в Израиль. Гонтарь и Алабина во главе с Хлебниковым хотят помочь Наташе, но девушка их подставляет и отдает Андрею наркотики. Дилера удается задержать, однако сверток с препаратами успевает забрать подельник. Алабина, выдавшая ампулы, чтобы взять дилера с поличным, обещает как-нибудь уладить дело с пропавшим наркотическим препаратом. Посмотреть очередные серии вы сможете с 12 по 16 апреля.